прокомментируйте сегодняшнюю игру. А согласно установке, что вы сегодня выполнили, что не выполнили? Гер, ты начнешь или я начну? Ну, я могу начать. Тренерская установка была такая. Прежде всего, он просил биться за каждый мяч и не проигрывать единоборство. И думаю, у нас это получилось. Да, бывали эпизоды, особенно в начале второго тайма, когда мы отдали инициативу практически полностью. Но в итоге перестроились и додавили, и смогли вырвать одну очко. Самое главное – это наше перемещение. И уже к третьей игре мы уже друг друга себя почувствовали. То есть первые две игры, вторая еще более-менее как мы выиграли, как бы. Ну, хотелось все больше и больше. Но здесь уже Гера начал вырывать, и все пошло, от него все пошло. Все стали уверенно играть. Ну, если бы, да уж, не я, не Гера, ну, тяжело было бы, ребята. Что скрывать уж. Насколько психологически было тяжело выступать против хозяев чемпионата? Честно, вот психологически, мне кажется, психологически готовы были. Вообще, ну, спокойно, почему-то. Мне кажется, первую игру как-то все не так. Может, с дороги, может, тяжело было. Но мы готовы были, вообще спокойно. Я говорю, пацан, не кипишусь, не перенастройтесь, говорю, все нормально. Гера с нами, все будет хорошо. Психологически было очень тяжело, особенно после первого поражения 5-1. Потом во второй игре, подожди, пожалуйста. Во второй игре мы вроде более-менее перестроились и сегодня уже додавили. У нас просто два козыря было, знаете. Это мы кричим Асланян и Ильёс. Это лидеры команды, скрытые лидеры. А для нас было в первый раз серия пенальти. Был ли какой-то мандраж? Можно я? Я был уверен, я практически всю свою жизнь бью пенальти первым, и мандража абсолютно никакого не было. Да, что скажешь ты? Я хотел вообще сальтом пробить пенальти, если честно. Ну, я вот там, тренер нашего главного, может, стоит, если думал, я так сделаю, все. Я смотрю, как на меня как кинется, знаете. Это у нас спокойно, надо забить. Нет, пенальти тоже спокойно. Я вообще не кипишной игрок, если честно. Ну, как и Гера, у Гера опыт большой. Так что мы играем спокойненько, уверен.